«Новатэк» планирует производить к 2030 году до 55 миллионов тонн сжиженного природного газа, а после 2030 года до 70. Компания представила свою стратегию ведения бизнеса с амбициозным планом развития. «Новатэк» намерен за 12 лет стать не только основным производителем на российском рынке, но и стать глобальным мировым лидером. На Ямале средняя собираемость взносов на капитальный ремонт за 2017 год составляет 91%. Общероссийский показатель равен почти 89%. Фонд капитального ремонта многоквартирных домов продолжает активную претензионно-исковую работу с ямальскими должниками. Новоренгойский волейбольный клуб «Факел» завершил победой первый матч большой домашней серии со счетом 3-0. Соперники из Нижневартовского «Югры Самотлора» сумели оказать серьезное сопротивление только во второй партии. Это была игра 15-го тура чемпионата России по волейболу команд Суперлиги и 10-й подряд выигранный матч ямальцев.